Мы сегодня у нас на пленуме, совместном пленуме, рассматриваем ключевые вопросы жизни нашей страны и нашего содружества. Прежде всего, подводим итоги прошедших выборов и подготовки к выборам в различных регионах, и в том числе выборов, которые прошли в Белоруссии, и готовятся к выборам на Украине. Мы считаем, что выборы – это прежде всего возможность мирного разрешения противоречий и ответа на те вопросы, которые нам ставят, перед нами ставят все избиратели и реальная жизнь. Иван Иванович Мельников в своем докладе очень обстоятельно осветил, как мы готовились и провели выборы в Российской Федерации. Мы поздравили и поблагодарили наших товарищей в Иркутской области, где впервые во втором туре избран Левченко Сергей Георгиевич губернатором от нашей партии. Мы ему подготовили программу антикризисную, и, уверяю вас, она будет одной из самых эффективных. Мы порадовались за успехи Новосибирской области и города, прежде всего, Новосибирска, который возглавил член нашей фракции Локоть Анатолий Евгеньевич. Этот город, третий по численности в Российской Федерации, показывает по целому ряду показателей лучшие результаты, будь то строительство, внедрение новейших технологий или развитие военно-промышленного комплекса. Я считаю, что обмен опытом на такого рода форумах, как совместный пленум, дает хороший толчок решению многих проблем. И надеюсь, что сегодня в ходе обсуждения мы сумеем сформулировать повестку нашей работы в 2016 году. Мы уже начали энергичную подготовку к выборам в Государственную Думу. Мы подготовили 22 отраслевые программы. И сейчас готовим программу первоочередных мер и первых шагов для того, чтобы курс либеральный, который во многом проводит правительство Медведева, заменить на курс социально-экономического развития, где главным критерием будут национальные интересы, благосостояние граждан, развитие науки, образования и культуры и социальная помощь и поддержка всем, кто в этом прежде всего нуждается. А в этом нуждаются прежде всего дети, женщины и старики. Мы пригласили сюда всех смертников и союзников, будь то женское движение, военно-патриотическое, все, кто связан с братским союзом Компартии, лидеры здесь участвуют. Ну и надеемся, что на своих пленумах комсомол, наша контрольная комиссия тоже подготовит предложения, которые лягут в основу программы деятельности партии на ближайшее время.